Ты один? Заходи. Давай, подожди. А, так ты с пацанами, кто 100 тысяч лайков на предыдущем румтуре поставил. Так давай, заходите, господи. Я-то думал, кто стучит в дверь ко мне. Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Вы находитесь на канале Hardplay, меня зовут Леха. И это ролик, долгожданный, обещанный про студию. Про то место, в котором я провожу огромнейшее количество времени. Я отсюда стримлю, снимаю видосы. Здесь, короче, проходит, ну, наверное, процентов 70 моей жизни. А ты молодец. Я думал, не поставишь лайки на предыдущем-то. Давай тоже на этот топи ролик, что-нибудь придумаем с тобой. Итак, друзья мои, добро пожаловать еще раз. Это моя студия. Сразу начну, прям вот, чтобы вас долго не задерживать. Поделена она на 4 зоны. Ты мне скажешь, че, кого, блядь? Это обычная комната, мать твою? Нет, нет. Ребята, вот это вот зона приема пищи. Там, где я могу перекусить, что-то тут разогреть, погреть. Это же зона, вот туда вот, раз сразу, смотри. Уить, что это висит? А что, а что? А это VR, мой хороший, вон там он еще, смотри, один блочок, вот там вот. Вот смотри, вот так вот, вот, вот видишь, вот, вот, вот. Вот, пожалуйста. То есть у меня огромная зона VR, понимаешь, мы здесь можем с вами тут танцевать с тобой, скоро будем. Вот, это зона стриминга, абсолютно вот прям, вот здесь вот вся моя жизнь на самом деле проходит, вот в этом вот уютном таком уголочке. А вот там вот зона чила, отдыха, релакса, общения, кальяна, чая, кофе, чего-то еще, кто что любит. Вот, поэтому как-то так. Ну и давай по порядку с тобой начнем. Зона входа. Зона входа, что это? Что это за зона входа? Зона входа — это там, где люди раздеваются. Я не знаю, правда, что говорить. Это, короче, там, где люди раздеваются и... Ну, заходит. Вот. Значит, что здесь? Здесь вот со съемок разные штуки остались. Всякие мерчи, которые мне на мероприятиях дарят. Значит, плащ. Вот скоро его задействуем в съемках. Вот. С Pixel Battle вот пришла вот такая штука. От ВКонтакте, я не знаю, там ВКонтакте, администрация. Спасибо. Спасибо за штуки такие. Разные здесь гамбитовские мерч, Asus. Короче, стримеры это на самом деле... Такие ленивые черти, мы можем вообще не одеваться. Вот реально. Он тоже не одет. Почему? Потому что мы приходим на мероприятие, нам всегда это вам. Всякие толстовки, футболки, худи. И я что-то так подумал, а вообще зачем одежду покупать, если тебе ее постоянно дарят. Вот. Так что как-то так. Вот это вот со съемок Джей Молчаливый Боб с Олегом Радиотапком. Что здесь еще? Вот косплей мои старые. И короче, вот так вот, ну всего. Не знаю, давай до пороги долго не будем задерживаться, ты лучше вот сюда посмотри. А, вот, давай, вот оттуда. Пожалуйста. Смотри, что мне подарили. Это мои вот подписчики, вот видишь, вот. Это в телеграм-канале вот мне ребята дарят. Это мой портрет из моих фоток сделан. Мне очень понравился, решил вот на стеночку повесить. Вот такой вот портрет. Это на стриме тоже, на довольно давнем уже стриме. Парень рисовал. Мы его увидели, запечатлили и... Вот, если что, бро, привет, портрет, вот он висит, блин, мне очень понравился, он как-то красками что-то куда-то плесканул, сделал, короче, получилось очень интересно. Ну, а это, ты покрупнее вот возьми, видишь, какой подписчик, чтобы ему приятно было, кто нарисовал, вот, БДСМЭ, вот, я не знаю, что эти буквы значат, напишите в комментариях, что такое БДСМЭ. Вот, значит, это я и вот девочка вот эта, знаете кто? Знаете кто? Знаете, не знаете? Алина Рит. Сразу. Схода. Спыра с жару. Спыра с жару. Так сойдет. Дорогая наша Алина Рин. Очень давно, где-то год назад, ты мне обещала борщ. Я готов арендовать студию, сделать все съемки, снять оборудование, все, что нужно. И, наконец-то, ты исполнишь свое обещание. Алин, давай это борщ, давай хотя бы без коня, но борщ сделаем. Ну, пацаны ждут, кто не в теме, кто не в курсе. Я выиграл у нее челлендж, и она пообещала, что, короче, там много чего наобещала. Ну, давай мне борщ приготовь. Ну, мне, конечно, есть кому борщи готовить, но челлендж есть челлендж.
Мы тебя ждем, давайте там ей тоже везде напишите, ей приятно тоже будет. Алинка, привет. Вот, переходим давайте к следующему этому. Ну, здесь ведро, ну, здесь как бы понятно, вот эти все, кто на канал не подписан, вот эти вот, особенно кто дизлайки ставит, там все как всегда, короче. Да, все там валяется. Вот, это роутер, и это вот, ой, хочется прямо сюда вот так вот присесть, давайте вот так, ой, ой, Людк, ты не поверишь. Вот в этом месте проходит последний год, я не знаю, 70% точно моей жизни. Это стримы, это всякие видосы, это всякие, короче, вот эти вот штуки-дрюки, которые вот-вот отсюда вот все это происходит. Ребят, очень подробно расскажу про сетап. Кто-то спрашивал, даже не кто-то, огромное количество людей на самом деле интересовалось время от времени, Лех, с чего стримишь, что за комп, вот это все вот это вот. У меня два монитора. Моники... Один, в котором я читаю все донаты, тут всякие ссылки, всякая хрень выведена, чатик, еще что-то. Это игровой монитор 240 Гц. Моники от Asus. Почему? Потому что я был их амбассадором, и мне вот подогнали вот такие мониторы. Ну, говорю, как есть. Коврик тоже асусовский. Девайсы все сделал беспроводными, абсолютно все. Наушники, клавиатура, мышка. Мышка розовая. О, тихо. Не надо. Вот такие мышки. Хватает на 30 часов. На говне стримить не буду. Говорю, как есть, поверьте, прошли огонь и воду. То есть, очень хорошо себя они показали, зарекомендовали. И Logitech'у спасибо, что в свое время мне их прислали, про меня не забыли. Спасибо, ребята, очень ценю это. Дальше Stream Deck. Вот сейчас вот студию начали обновлять. Это такая штучка, где сцены переключаются, кнопочки. Короче, всякая хрень. Она на самом деле покрылась пылью. Я ленивый хрен, который не подключал ее больше полугода. Поэтому решили сейчас ее назад вернуть. Вернуть, пора бы. Это, ребята, наушники. Это вот то, что... Такая, короче, штучка вот так вот вешается, как у комментаторов. И я могу, как вы видите, нет микрофона. То есть мы сейчас переходим на вот такие вещи. Для чего это делается? Кто-то меня спросит, Леха, зачем у тебя был микрофон? Был, кстати, у меня TLM-103 Neumann, если я не ошибаюсь, фирма, правильно. Почему переходим на вот эту канитель? Почему? Потому что, ребята, не за горами VR, не за горами разные съемки вот из той зоны. То есть что-то куда-то нужно постоянно мобильными быть. Я хотел бы уже перейти вот на такие, на такого типа микрофон, потому что, во-первых, он надоел вот эта вот штука, который хочешь сверху, хочешь сбоку, хочешь снизу. Просто, ну, вот хочется, вот, знаете, вот, пространство, чтобы было. Ну и нашли. Нашли сейчас микрофон, вот завтра мы это закажем. Все вам, я думаю, тоже подробно под видеороликом оставлю уже обновленный сетап, который приедет. Поэтому вот на эту сейчас не смотрите штучку, это мы просто тестировали. Оборудование тоже Леха вам подснимет с Land, так что покажет, что мы новое привезли. А, да, касаемо стола. Стол. Когда-то мне давно, уже, наверное, года полтора назад, приехал стол от Generic Comfort. Generic Comfort, да, правильно назвал. Я так, знаете, скептически отнесся, потому что что-то как-то про них не знал. Они просто подгон. Давайте, типа, вам подгон сделаем, и все. Я говорю, реклама, может, там что-то нужно? Нет. Я говорю, окей. На второй день... Вот сюда я задел мышкой, почему теперь ставлю всегда с левой стороны, это, наверное, жиза, напишите тоже, бывало ли у вас такое в комментариях. Задел мышкой кружку. У меня вот так вот, вот все, вот кипяток просто пролился, я только-только его с чайника налил. Пока что-то бегал за тряпкой, я был уверен, то, что вот здесь все вздуется, ну, как всегда, это же, ну, наклейка, не наклейка, не знаю, что это такое. Вообще ничего. Вообще, вот реально, я ничего абсолютно не делал. Здесь уже я не знаю, какое количество раз что-то проливалось, что-то падало. Вообще ноль просто коцок на столе. Я безумно им доволен. И залез к ним на сайт, посмотрел. Ну, реально, пацаны красавчики. Ребята, если вы меня видите, смотрите, спасибо вам огромное. Будет просьба. Довольно наглая. Если есть возможность, если вы еще существуете, вот Generic Comfort, вы мне... Подгончик-то еще сделайте один. Мне бы вот стол побольше, сантиметров на 70 вот в ту сторону, потому что оборудование хочу уже на стол звуковое поставить. И, ну, немножечко вот мне его не хватать стало. Так что спасибо. Я не знаю, наверное, запоздалая такая благодарность, но спасибо огромное, реально очень годные вещи делаете. По поводу выемки. Вот эта выемка, первый раз, когда стол пришел, она меня немного смутила, но вот, ребят, отвечаю, вот я сижу вот примерно вот так. То есть я сижу на чиле, мне абсолютно ничего не мешает. Если я захотел, я близко к монитору пододвинулся, да, то есть в КС какая-то заруба или еще что-то, какой-то напряг. Нет,
То есть она мне абсолютно не мешает. Кто-то говорит, что это неудобно. Типа ХЗ, вроде как, мне ребята вот перед стримом сказали, есть уже какие-то заглушки. То есть прям чик, защелкивается, и стол будет идеально ровный. Если оно действительно так есть, молодцы, наверное, услышали пользователей, отзывы. Красавчики. Молодцы. Так что, там это, стол еще один, по такой вот мне светлый. А если бы вы мне еще его, кстати, обклеили в хардлегионовскую такую тему, наверное, наглый, да? Ну ладно, короче, привезите хоть что-нибудь, это приятно будет. Так что спасибо, спасибо. Вот, на чем сижу? Я тебе забыл сказать. У нас же на hardplaystyle.ru пледики. Помнишь, я тебе обещал пледы? Опять обещал, сделал. Пледики, мой хороший, мы сделали. Перчаточки сделали. Шарфик вот сделали. Смотри, какой. Смотри, какой хороший. Хоть. Такое надо. Вот, мы их сейчас отфоткаем. Я, наверное, прямо на себе их отфоткаю. Попрошу вот человека с камерой. Вот. И сделаем фотокарточки и выложим. Тепленькие, хорошенькие. Мне нравится, сам в нем буду гонять. По поводу стула. Опять. Я же был в том году амбассадором Коугар. Что хочу сказать. Говорю честно, говорю откровенно. Плюсы и минусы. Я не нашел минусов, потому что мы их... пригнали в клуб, мы брали, по-моему, Royal, стулья черные такие, и брали вот эти стулья. Блин, ну, я не увидел в них ничего. Ни скрипов, ни визгов, ни писков. Я реально сижу, я не думаю, что на стримах вы что-то слышите. Мне, ребята, безумно важно было вот эта вот опора под спину. Почему? Занимался троеборием и немного, ну, сами понимаете, спинку надорвал. Стримы по 15, по 20, был даже стрим 32 часа. Мне нечего сказать. Когда хорошее, хорошее. Спину, поверьте, я портить себе не буду. Думал взять, как у Костина, у Джова, этот, такой, как кресло удобное. Наверное, можно, но, правда, пока я не вижу в нем какой-то нужды. Так что спасибо, ребят, что когда-то мне подогнали тоже этот стул. Огромная вам благодарность. Спасибо, я очень ценю это. И в клубах у нас стояли тоже такие же модели. Я не помню, чтобы были какие-то косяки за ними. Так что от души. Спасибо за качественную работу. Значит, что еще? Red Bull-ский холодос я говорил? Чи не говорил? Давай скажу, давай я тебе покажу, что уж тут. Короче, чтобы поддержать, я так понял, команду нашу, Hard Legion. У нас сейчас там переформирование. Все говорили, да Леха распустит. Ничего я не распустил, все нормально. Держимся, мужики, держимся. Вот, молодой состав набрали, и мне отзвонились Red Bull. Ребята, до этого они мне там энергетосы тоже, стратегический запас привезли. И говорят, слушай, спустись, тут подарок. Я говорю, ну окей. И подогнали вот такой вот, как это, мини-бар называется. Я не знаю, как это правильно называется, хрен его знает. Наверное, мини-бар. Но это чисто вот их холодосы. То есть прям они забрендировали, они сделали такую вот коллабу с нами. За что огромное спасибо. Не знаю, если они увидят, ребята с Red Bull тоже от души, прям наши хорошие уже товарищи, такие друзья. Спасибо. Мне правда очень приятно. По-моему, Сильвернейму тоже привезли. И еще кому-то. То ли Шусу, то ли еще кому-то из ребят. Так что спасибо, ребята. Вот это вот очень реально круто. Использую. Все хорошо. Главное не злоупотреблять. Все понемножку, все в меру. Не надо там закидываться по 150 банок. Вот. Ноутбук. Пришел Honor. Пришел он буквально несколько дней назад. Пришел он в связи с тем, что у нас будет шоу-матч с Славой Бустером, может быть, кто-то еще из ребят, может, там Авилон присоединится, другие ребята из Фрик Сквада. И будет шоу-матч между Хард Легионом и ребятами от Твича. В чем фишка? Я его решил пораньше открыть, решил пораньше затестить. Мы прогнали уже две игрушки на нем. Мы сейчас его используем полностью под звуковое оборудование, то есть вот все, что нам требовалось. Пока отзывы хорошие. Сказать ничего не могу. Не буду говорить, ребят, ни модель, ничего. Насколько я знаю, по-моему, ее еще в России нет. Это только-только вот они приехали, и их там несколько ноутбуков было. Так что спасибо. Я не знаю, Honor, если тоже увидит, ребята, пока все четко, пока все, полет нормальный. Звуковое оборудование, я думаю, новое. Лешка вам подснимет, тоже покажет. Все, что мы вот делали последние дни. Здесь будет настройка, здесь будет включение. Все-все-все мне ребята объяснили. Огромное спасибо, и будет, получается, звуковое, знаете, как работать вот на эту зону,
и на ту зону, чтобы не пропадал, знаете, звук, в один микрофон не нагибаться, не орать, а всем повесим петлички, сделаем полноценный, качественный звук. Это, сука, дорого, но пора уже делать. Ну что, мы маленькие, что ли, с вами, 2,5 миллиона. Вот, пойдем эти дальше, что покажу. Значит, что мне еще сказать? Камера Sony A7 III и линза. Не помню, какая линза, тоже напишу, наверное, там или в комментах. Короче, она близко приближает, я тоже не разбираюсь в этом. Вот, блок. Кто меня спрашивал, как так камера долго работает, специально сделали блочки. Разобрали, кстати, недавно, вот VR уже лежит полностью подготовленный, кто меня спрашивал. Вот VR мой, на который мы с вами весь контент будем снимать. И Asus-овский охренительный комп, которым я до сих пор пользуюсь. Мне ребята собрали, Asus тоже привет вам огромный, пятюню прям, потому что, ну, вы круто сделали. Звуковуха RME-шка Babyface Pro. Что еще сказать? Я не знаю, комплектующие компа, нужны ли они вам. PS5 нет. Я слейм, да. Говнат на вентилятор накину. Я вам написал в официальную группу. Где мой PC5? Мне что, на Авито брать фоткаться за 2000 рублев? PlayStation, ну хотите, давайте, ну я куплю, ну подгоните, ну нигде найти не можем. Ну никакого праздника. Вообще ни о чем. Вот, здесь руль стоит с педальками. Это тоже вот мы решили погоняться, пока не буду говорить с кем. Очень скоро увидите. Вы его знаете очень хорошо. Зона чила, зона комфорта, зона там, где мы сидим, обсуждаем. Кальян, чаи, вот как раз кто-то что-то покрепче любит. Все взрослые ребята, поэтому, я думаю, осуждать никто не будет. И здесь мы собираемся все. Здесь прям на полу сидим, вот что-то какой-то движняк происходит. Здесь мы просто чилим, здесь мы просто отдыхаем. Но именно в этой зоне вот так вот будем, вот так вот раз, так присядем. Вот у нас, смотри, мы телевизор недавно повесили. Вот, там будет весь чат. Там будет у нас с тобой все на экране видно. Петелечки повесим. Все, будем сидеть, чаек попивать. И вернем те старые стримы. С улицы, с машины, с куда-то мы едем, что-то мы делаем. Просто мы сидим, общаемся. Блин, мне этого безумно не хватает, потому что раньше этого было огромное количество, а сейчас, к сожалению, только игровой. Ну и там немножко развлекательный контент. Так что, ребят, спасибо, вот кто дождался до сегодняшнего дня. Я очень стараюсь это как можно скорее сделать. И прям вот несколько дней нам осталось, чтобы все это допилить, все это доделать. Так что как-то так. Ну, что здесь еще вам сказать? Я не знаю, вот книжечки вот себе подготовил почитать. Это мне ребята подарили книжки, я не выбросил. Я вот, пожалуйста. Надо еще, правда, докупить две остальные части. Вот с них вот как раз и начну. О, у меня еще что есть, видал? Вот, спасибо, ребят. Спасибо, вот то, что вы мне тоже прислали. Я ее пока берегу. Как куплю эту патефон, послушаю его обязательно. Они, наверное, не поймут меня, да? Thank you, guys, Slipknot, I love you, when I, Fjoti, yeah, 1, 2, 3, Fjoti years old, I sing your song, and I love ее песни, короче, это там переведете. Вот, так что спасибо, ребят, really, guys, thank you for this present, good luck, thank you. Слушай, ну и как ты знаешь, я люблю Роцк, вырос на музыке Киша, Арии, Кукрыниксы, ну, 33 года. Как говорится, идут два рэпера, один в кепке, второй тоже без не получится. Хороший анекдот, кстати, расскажи всем рэперам. Вот, и я ездил в Питер. Кто, кстати, не видел, ребята, опять же, в Инстаграм заходите, там прям есть отдельная тема с поездкой в Питер. По местам съемкам фильма «Брат», тоже там прикупил немножко пластиночек с Наутилусом, такие вот с такой темой, кто в теме, тот поймет, как говорится. Вот, и вот я вот такие штуки всякие приобрел, тоже в одном магазине, тоже там все это увидите, наверное, в инсте. Как сказали, самый древний магазин вот с этой темой в Питере. Вот, что это будет? Сейчас я тебе покажу, не уходи. Слушай, как ты знаешь, я сейчас заморачиваюсь по разным образом, да, там, то есть показать
как человек может измениться, похудев, изменив прическу, еще что-то сделав. Ну, я опять же говорю, кто на инсту подписан, тот в теме. Короче, я вот этот плащ, который мы сами шили, кастомный, под заказ, в PUBG, я его переделаю. Я его переделаю, и вот такие вот штуки на нем будут. Ну, цепи, это понятно, это атрибутика, она как расходный материал у нас всегда была. Короче, мы сделаем охрененную тему и крутую фотосессию, потому что, ну как, это часть моей жизни, это... Сейчас, да, я уже там взрослый папа, отец, но вот это всегда пойдет со мной до конца. И как-то так. Так что ждите. Ждите фотосессий в инстакарточке. Обязательно выложу. Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Ну что, как говорится, с пробитием, да? Я просто в War Thunder сегодня буду играть на стриме. Ты там в повторе потом посмотри. Давно уже тоже хотели, обещал ребятам. Ну, как говорится, с пробитием вас, друзья мои, танкисты. Кстати, напишите, кто там в танке играет, и кто нормально, тоже напишите. Ребят, здесь чаи. Я люблю чаи погонять. Вот, тут всякие-всякие. Вот это мне, кстати, подарил Пашка, промокашка. Вот всякие, вот здесь вот, он говорит, в бамбуковом каком-то, короче, панды. Панды, представляешь? Панда, бля, сидела, чай рвала, туда, короче, запихивала в бамбук. Да реально, походу, дело бамбук, короче. Короче, Панде и Паше огромное спасибо за вот такие вот штуки разные. И чаи, вообще спасибо. Правда, это очень круто, ребят. Я вот такие штуки вот люблю тут всякие. Позаваривать там это. Ну и что мы еще скажем? Ты меня спросишь, что за орешки. Ну ладно, давай, в кадр попало, наверное, да? Это орешки. Это штучки такие, там, хрумочки. Я дедушку-то часто смотрю. Вот так вот я делаю, вот так вот. Ай. Орешек вот этот. Очень, очень вкусно. Вот. Ну и перейдем к финалу, дорогие друзья. Я предлагаю также, ну там, да вы 40 тысяч, наверное, вряд ли соберете. Давай 35 и завтра в школу не пойдем. 35 тысяч лайков. И давай мы сразу начинаем снимать VR. Прям сразу и сразу выкладывать его. Жестко, реально. Кстати, в комментах тоже кто-нибудь черканите, куда его выкладывать. На Hard Games или на Hard Play? Я бы на самом деле его на игровой канал выложил. Вот, может, какие-нибудь нарезочки самые интересные, чтобы вы там долго не смотрели, выложил бы уже и на хардплей. Так что, спасибо всем, кто меня смотрит. Спасибо всем, кто вообще со мной. Это для меня важно. Вот, вы там на румтуре там столько слов добрых написали, что я даже как-то это... Ну, приятно, что ли, стало. Спасибо тебе. Вот. Буду дальше стараться. Ты там тоже давай не пропадай. Ребят, это... Берегите на дорогах поаккуратнее. Гололед везде. Сегодня вон летают все. Ты давай тоже это... Там, чтоб, не дай бог, кто-то в аварию не попал. И по пешеходным нормально переходите, а не вот это вот. И побежал. Так что как-то так. Ладно. Все, давай. Спасибо тебе за лайк, за подписку. А я пошел к VR-у готовиться. Ладно, сейчас... Плакать начнем, все тут обниматься, целоваться. Ай, ну давай, разочек. Давай, мой хороший. Ай, ты мой хороший. Давай, ладно, я пошел. Как говорится, пробитие само не получится. Все, давай.